Всем привет, друзья, еще раз. Сегодня мы играем в мой говорящий том. О, мы его ударили, видали? О, бедняга Том. Ну, а если за хвост его потянуть? Клёвый говорящий Том, мне нравится игра. Угу, недоволен. А это что? Что пердишь? Ой, какая красота. Блин, что лагает игра? И там... Что мы бьем? На тебе, на! Отвалился. Так, а тут еще есть какие-то конфеты. Гляньте-ка, что я вижу. Привет. Просто нагадую. На проме знаешь, який захочешь. Смешной, конечно, говорящий Том. А что это? Ой, блин. Ну-ка, что? Я играл в эту игру. Нахавал. О, господи. Что ты орешь-то, а? Говорящий Том, успокойся. А? Нифига себе, ты как это поступил? О, господи, это откуда звук вообще? Бен, ты что сделал? А вдруг пожар бы ты устроил? Ну да, я сразу понимаю, что бы было. Так, а я думал, что это мяч. Да как ты мог думать? У тебя же вместо головы. Арбуз пострелял как. Нифига себе. Такой угарный котик. Ты что делаешь? Не может отлепиться, ну и правильно, зачем? Ну да, вот так это и отлепился. Ну и тебя и видно в шалаше. Ну, в общем, что, еще один арбуз захавает. Блин, как он что такой поймал, не знаю. Давай еще раз перец, конечно, посмотрим. Ну и жалко, что он не может говорить. Творилось. На тебе. Смотри, ребят, пока тут скорость 3.